эффект. Но когда голова идет вверх и раскрывается здесь, да, есть очень важный момент. Улучшается кровоснабжение щитовидной и паращитовидной желез. Да? А щитовидная железа – это прежде всего, это, скажем так, командир всей эндокринной системы. А паращитовидная железа – это генерал кальция, кроме всего прочего. То есть это вот остеопороз, который тут расцветает. Он почему? Он не потому, что кальций не усваивается. Вопрос – почему? Не хватает ферментов для расщепления кальция. Нет, не ферми. Кальций не расщепляется. Кальций – это ион. Давайте. И вот это тоже не то. Садитесь, пожалуйста. Вот. То есть процесс, да, то есть процесс событий, который приводит к усвоению кальция, запускается чем? Гормонами паращитовидной железы. Если их недостаточно, можно даже подпрыгивать, и ничего не произойдет. Ничего. И поэтому есть очень дорогой препарат, очень редкий, да, который там вот американская какая-то компания выпускает. Это назальные капли. Капли назальные. И все. И остеопороз уходит. Понимаете? То есть вкапывают гормон паращитовидной железы. И уходит остеопороз. Вот такой парадокс.